Всем привет! Ребята, вы попали на канал Даниэль Бой Влог. Всем привет! С вами сейчас Дарина и Лера! Воу! В общем, ребята, сегодня мы для вас будем снимать интересный влог. Мы надеемся, что он будет очень интересно, что у нас в рюкзаках. Самое главное, что сюда должны подойти ребята. Мы с Дариной уже встретились. И они еще не знают, что мы это снимаем, чтобы вообще просто, чтобы они не успели что-то перепрятать, а чтобы мы все было честно, чтобы что там... у них в рюкзаках. И вообще, я сейчас сразу расскажу, обычно я не всегда ношу рюкзаки, я на влог его редко очень ношу, как бы. И сейчас я взяла все самое необходимое, то, что я всегда обычно беру. Только, например, салфетки вот такого плана я сегодня не брала, потому что... В общем, насрать. Начнем сейчас уже без них? Или давай... Да нет, давай дождемся их, чтобы ребята тоже были. Сейчас они скоро должны будут подойти, я надеюсь, ну пока их нигде нету, никто не идет. В общем, я надеюсь, что это будет видео очень интересно. Я даже не знаю, что мне в рюкзаке, потому что это я просто тут что-то лежала, а тут я по базам кинула камеру, ну, положила камеру и пошла снимать влог, потому что это вообще было незапланированное видео, но мы только что сидели и решили, что реально будет интересно посмотреть, что в рюкзаках. То есть вообще буквально вот сюда пришли, типа, и как бы обычно мы всегда с собой носим типа камеру, мало ли там куда-то пойдем или что-то, чтобы оп-оп засняли. И в итоге, типа, мы сидим, такие думаем, пока ждем ребятки. Папа! Засним, что у нас в рюкзаках, как раз и я взяла. И мы им позвонили, так что Аня должна взять рюкзак, но, надеюсь, она не забудет, как обычно. Ну, Дима всегда сумку с собой носит. Да, потому что Аня очень часто... Вот, ребят, никогда нельзя Аню о чем-то попросить. Вот попросишь ее, допустим, взять там, не знаю, там, ручку с собой, кофту какую-то, она всегда это забывает. Просто. В принципе, я тоже такая же. Ну, типа, мы что-то переписывались, в общем-то. И Лера как бы просто отправила видео, что-то мне там говорила. В итоге, ну, типа, я не просмотрела, потому что я тогда собиралась клевать. А я сказала, возьми с собой тетрадку, потому что мне нужна эта тетрадка, нужно кое-что переписать, ну, не суть. В итоге мы приходим, она такая... Ты взяла? Я говорю, что взяла? Она такая, ну, тетрадку взяла. Я говорю, какую тетрадку? Она начинает говорить, я тебе говорила, чтобы ты взяла тетрадку. Я говорю, когда ты говорила? Мы с тобой разговаривали по телефону, ты мне ничего не говорила. Она такая, ты чего? Я тебе говорила, мы сейчас зайдем в переписке и прочитаем, я тебе говорила. Я говорю, ты мне не говорила. Она такая, где ты мне говорила? Вот, объясни. Она такая, ну, я тебе видео отправила. Я говорю, ты нормальная, то, что мы с тобой разговаривали фиг знает сколько по телефону, ты мне ничего насчет тетрадки не сказала. А то, что ты видео... Лера прекрасно знает, что, ну, у нас, в принципе... Редко кто просматривает видео, как бы, я что-то собираюсь, в итоге не просмотрела видео, что... Ну, короче, пошла и забыла тетрадку, а где мне теперь взять то, что мне нужно, я не знаю. Ты мне все испортила, если тебя получу плохую оценку, то... А ты сама тетрадку взять не могла? В смысле? В прямом? У тебя твою тетрадку взять? Ну, нет, свою тетрадку. Так, а мне надо переписать свои тетрадки, там вот это вот, ну... А-а-а! Дарина даже не дошло. Поняли, кто тут списывает? Нет, я не списывала, просто меня не было. Ага. Вот. Ну ладно, я была, я просто поспала. А там надо было записать конспект. Я его не записала, мне надо переписать конспект. Потому что я проспала. А из-за чего я проспала? Потому что я... Вообще, мне кажется, много ребят часто не пишут конспект. Но вообще, если надо написать, потому что потом, типа, будет проблема. Ты сама же его не написала. Там чуть-чуть приписала, а чуть-чуть и все. Ну, я же говорю, то есть, поэтому, типа, вообще желательно писать. Но мы сами. В общем, я сейчас буду звонить ребятам, позвоню первой Ане. А, окей, давай, Аня, давай. На письмо, пожалуйста. Он болтает сейчас, но он еще не болтает. Алло, ты где? О, отлично. Давай. Все, она подходит. О, супер. Кстати, у нас такая классная погода, у нас реально так тепло. Да. То есть я вот так вот, я когда вышла, вот так вот. Просто солнышко. Да, мне прям было жарко, но сюда мы зашли, здесь просто из-за того, что все... Более как стенами, здесь немного прохладно. И вообще, как бы, у нас вот недавно, может быть, неделю назад был снег. Да. То есть, а сейчас? Только самое обидное то, что вот сейчас, вот скоро вообще полностью, чуть ли не вся неделя будет вся в дождях. Да, то есть мы не сможем выходить на улицу так, теперь так часто. И... Да, поэтому... О, Аня! Всем привет! Доброе привет! Утро! Ты принесла с собой рюкзак? Да. Так, давай, ладно. Мы сегодня снимать будем, что у нас в рюкзаках. Да, я тебе отправила голосовой. Да. А вы Диме звонили? Ну да, он сейчас скоро должен подойти. Понятно. Давайте без него начнем тогда. Давайте его лучше дождемся, а потом начнем видео. Ну, мы и так уже с Лерой давно снимаем видео, мы пока, блин, тебя дождались уже, блин. Так можно же снять видео, ну, так же само поговорить потом. Ну, давайте я сейчас просто позвоню Диме. Да, давайте лучше позвоним Диме, потому что видео с первого эмоции мы уже все рассказали, мы не сможем все так же само повторить во второй раз. Да, как бы тут мы уже будем все вместе. У Аньки думаю... вот такой вот рюкзачок. Кстати, у Ани он очень большой. Алло, Дим, ты где?
А, он тоже подходит. Что такое? У тебя что-то состояние? Все нормально? Угу. Ты какая-то нервная. В общем, мой рюкзак такой маленький. Ой, кстати, у нас с тобой по размеру не на камеру. Да, да. Вот, а Ваня самый большой. Что такое? Отлично, какая-то странная. Ну ладно, не слышу. О! Ой, ё-моё! О, привет. Всем привет! Привет! Здорово! Нужно отойти поговорить. Кстати, давайте мы видео заснимем, а потом вы пойдете поговорить. Мы нам быстро, да, быстро. Давайте, нет, ребят, слушайте, все, сейчас заснимем влог, и вы пойдете потом разговаривать. Договорились? Все, так, хорошо. С кого начнем? Давай с тебя. С меня? Да. Давай. Ну, блин. А что мы делаем? Что у нас в рюкзаках? Ну, у тебя что, сумки? Да. Отлично, давайте тогда я первая, Дима второй, Аня третий. Нет, нет, нет. Давай, нет, давай, нет, ты нет, первая, нет. Я вторая, Аня третья, нет, а Дима четвертый. Окей. Так. Ну, первым делом у меня тут телефон. Побитый телефон. Угу. Мне все разбили. Так, подожди. И я сама смотрю. Давайте, я его в карман. Что в месяц? Вот в такой вот маленький рюкзачок. У меня следующая здесь расческа. Ого, такая красивая. Да, не надо купила. Вау. Розовенькая. Для принцесски. Ну, хоть ты и не принцесска. Ну, ладно, ладно, давай что дальше. Ну, у меня здесь вода еще есть. Пепси. Угу. Дальше, что дальше? Потом у меня здесь есть деньги. Ну и все. Ключи. И все. И сейчас посмотрим. И все. Вот. Тут еще маленькие типа кармашки есть. Вот тут вот я сюда вообще ничего никогда обычно не ложу, потому что здесь очень неудобно. Так, давай теперь ты меня засимешь. Окей, да, давай. Сейчас. Вот, Аня, то, что Дарина. Рюкзак. Ой, сложи рюкзак мне, пожалуйста. Вот то, что Дарина носит с собой каждый день. Так, что я ношу с тобой? Так, вот это чехол от камеры. Тут у нас лежит камера. Такой вот чехле. Чехольчики. Потом, ну, это. Кошелек. Кошелек, кстати, смотри, какой он большой, толстый. Вы понимаете. Типа богатая, типа богатая. Да, она показала, что она богатая, да, на самом деле. Это типа акцент. Знаете, какой у меня толстый. Там просто много мелочи, ребят. Там мелочь, по рублю. У меня рюкзак, ой, рюкзак. Зарядка. Я нашу свою, да, я такой человек. Потом расческа такая вот. Кстати, ребята, кто знает, откуда вот эта вот расческа? И откуда вот этот вот кошелечек? Обязательно посмотрите. Потом зеркало. Кто узнал? Вот такой вот. Я на себя посмотрю, какой крутой. Ты не крутой. Вот, потом здесь помада, еще одна помада, 50 копеек, и тут у меня еще записка. А ну давайте почитаем. Да стой, подожди. Давай, 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 давай. Люмбовная записка. Просто пустой. А так понятно. А, я знаю, для чего я его ношу. Я всегда носила себе ручку и листочек, чтобы чуть что, если мы будем что-то снимать, или там этот, чтобы я могла... Что-то этот. Ну, в принципе, тут ну, у меня лежит. Чего? Сейчас, тихо. Стой, стой, чтобы не было ничего такого. Господи. Беги, дорогая, беги. Беги, беги ради мамы и папы. Если услышишь шаги, делай. Анька, давай. У меня здесь личный дневничок. Конспект. Ну, не знаю, зачем. Вот у нее есть пиш-конспект как раз. Ты писала конспект, да? Хоть, ты, да, хоть я тебя попросила, ты взяла тетрадку, молодец. А, вот, тоже кошелечек, как вы видите, тоже такой. Оно что-то внутри? Да, полный. Давайте посмотрим, сколько носится башкольники денег. Нет, спасибо. Стойте, давайте. Ребят, если вам интересно, сколько носит с собой денег школьники, ну то есть мы обязательно снимем такой блог. Расчесочка. Потом наушники. Вот такая вот ручка, не знаю зачем. Потом мороженка. Дай мне покушать. Нет. Ам. Нет. Так. Потом, не знаю, что он здесь делал. Ой, личный дневник. Ты что, читала, что ли? Куча масок. Покажи. Мелкие а деньги. Что у нее делает твой личный дневник? Я не знаю, она, может, не оставила. Ладно, Дима, теперь ты. Так подождите, стойте, я же еще ничего показала. Все, да, вот фантик там, копеечки. Ну все. Так стойте, я же ну, сейчас. Ого, я у тебя тут множество так кармана. В печенька непонятно зачем. Вот. Все. Давайте теперь смотрим. Давайте теперь Дима. Конспект. Да нет, давайте Дима. Давайте конспект посмотрим. Я предлагаю почитать. А зачем вообще? Зачем вообще мальчик должен показывать свой рюкзак, портфель, сумку? У него там ничего нет. Давайте. Нет, Дим, да просто, ну показывай. Ладно. Просто покажи. Кошелек. Ну, все. Кошелек. Вау, да, типа... Все, вот кошелек. Больше у меня кошелек. Ну, а, ну телефон. Телефон. Это что? Это липчик? Это твой? Аня, стой! Дим! 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 Дима, а что делать на тебя? Аня, липчик! Смотрите, какая...
просто, что у тебя делает Аня Ливчик? Ничего, не, что у тебя делает? Все. Домой, на тренировку. Вот это вот видео мы засняли. Ребят! Хорошо, что мы не предупредили Диму, да. А вот почему вот это вот... Дима такой, давайте, нет, давайте все, давайте чего смотрите этот. И когда вот это вот Аня говорила, давай отойдем. Да! Ребята, это просто трэш. У Димы в сумке был Анин лифчик. Пипец. В общем, подписывайтесь, ставьте колокольчики, а мы будем разгадывать эту тайну. Здесь что... следующее видео, мне кажется... Мы разгадаем эту тайну, что... Постараемся. Да. Это был пипец. Да, в общем, всем пока! Пока.